Про скирмиш я расскажу немножко позже, появился теперь у меня этот нож, а сейчас у меня будет такой вопрос к знатокам. В комментах, пожалуйста, напишите, кто знает, что означает вот этот маленький значок под маркировкой стали. На мини-скирмише у меня этого значка нет. Сейчас я попробую камеру подвести, если такой фокус будет возможен. Видите, здесь под надписью S3CV есть вот такой вот небольшой значок. Кто знает, расскажите, пожалуйста, что это такое. Заранее признателен.